Я в московском метро. Еду на эскалаторе. Станция метро Смоленская. Вот она, Москва. Снега вообще в центре нету. Седьмое марта сегодня. Я немного прибухнул. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, я рад, что вы разделяете мою радость. Человек тоже немного дерябнул сейчас. Как вы поняли, мне 63, судя по словам, которые я использую. Немного, пивка пригубил. Так что у меня сейчас такое настроение, которое можно описать вот так. Поаплодируйте, у кого еще сейчас такое настроение. Отлично, народ! Отлично! Потрясающе! Сегодня поблюем! Нет, нет, не начинайте сейчас. Хотя бы дождитесь, пока я уйду отсюда и блюйте. Можем вместе поблевать. Я обожаю музыку. Мне очень нравится группа Daft Punk. Поаплодируйте, кому нравится тоже. Группа Daft Punk, потрясающая группа. Я недавно переслушивал их последний альбом Random Access Memories. Там есть клевая песня Lose Yourself to Dance. Ее поет Фаррелл Уильямс. Но есть один момент, который я не понимаю в этой песне. В какой-то момент во время припева Фаррелл Уильямс поет, ну, сейчас я буду петь, обычно он поет, не путайте, пожалуйста, это важно. Вот что он поет. Lose yourself to dance. Ну да, музыка, но представьте, что я не могу, у меня в рот не встроена музыка, так что будет чисто пауза. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. И я это слышу, и такое, что это вообще значит? Перематываю назад, слушаю снова, и такое, lose yourself to dance. Да, я думаю, нет, надо разобраться в этом. Я понятия не имею, что это значит. И я захожу в Google, и я вбиваю текст этой песни, и я смотрю, и знаете что? В тексте песни lose yourself to dance этого нет. Что означает, что Фаррелл Уильямс вставил от себя тину в идеальный без него, отшлифованный множество раз, текст песни Lose Yourself to Dance. Группа Daft Punk старалась, они придумали идеальный текст, принесли его Фаррелу Уильямсу. Они пришли к нему однажды домой, такие... Ну, я считаю, что они настолько любят свою работу, что всегда Бог... Он открывает дверь, и они такие, «Ты похожий Уильямс!» «Латексте лузу!» И они дают ему текст песни «Lose yourself to dance» и такие, «Латексте лузу yourself to dance!» Дают ему, они на французском, «Lose yourself to dance!» Дают ему на французском, «Je suis! Lose yourself to dance!» «La! La n'a te panque!» «Lose yourself to dance!» Дает ему текст, и он такой, благодарю, берет текст, читает его и такой, блин, потрясающий текст, когда я буду это петь, люди охуеют, люди будут танцевать, я зажгу искру в глазах людей. И он выходит на сцену и начинает петь, и думает, они начнут танцевать. Lose yourself to dance, и они сидят, и он такой, ничего, ничего, сейчас начну. Lose yourself to dance, и они сидят. И он такой, lose yourself to dance! И они продолжают сидеть. И в этот момент Фаррелл Уильямс понимает, что он либо должен продолжать идти по тексту, и ничего не изменится, либо он может взять ситуацию в свои руки и привнести что-то от себя в этот текст. И он такой, lose yourself to dance! И он видит, что люди все равно не танцуют, и он начинает злиться, и такой, ка-ха! Это злость, настолько разозлился, что злость... Вау, потрясающее произношение. Я в жизни не слушал ничего лучше. Слышали? Что это значит? Get up! Oh, get up! Хорошо, если у кого-то еще версия?
так, вы не хотите сотрудничать со мной, вообще вам похуй, настолько вы такие, выкручивайся сам, Санек, это твои шутки, твое выступление, мы за это бабки не получаем, я, если что, тоже. Я однажды выступал в одном, не хотел рушить эту иллюзию, но вы не первый, блядь, не последний, кому я это рассказываю, и я однажды спросил у зала, как вы считаете, что он сказал, и кто-то из зала такой, я думаю, он сказал GTA. Насколько это было бы странно? Насколько это вообще возможно? Типа он стоял перед выступлением за кулисами с другом и такой, слушай, чувак, я тут такую крутую игру играл, там на тачке ездишь, миссии выполняешь, и друг такой, а как называется? И ведущий такой, на сцене, Фаррелл Уильямс. Он такой, бля, ладно, я выступлю и потом расскажу. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. GTA. Насколько это странно. Lose yourself to dance, Grand Theft Auto. Не знаю. Люблю музыку. Мне нравится слушать музыку на английском. Я люблю слушать все в оригинале. Я нихуя не понимаю, но мне нравится, что как минимум нет тупой озвучки. Я люблю очень сильно Гарри Поттера. И я недавно пересматривал все фильмы про Гарри Поттера. Поаплодируйте, кто любит Гарри Поттера. Посмотрел. Ладно, девчонки, девушки, подруги, бабушки, мамы, всех вас с праздником, поздравляем, спасибо вам, что вы есть. Спасибо, что сняли меня. Ты сейчас снимал типа меня на телефон, чтобы типа отправили свои девушки, да, типа, чтобы не заворачиваться. Какой-то хуй там, поздравил, нормально. Нормально. А мы плавно подходим к концу, у нас осталось три комика, и все они три очень клевые. Давайте встретим предпоследнего. Давид Квахиджилидзе. Здравствуйте, добрый вечер, у вас есть силы, давайте взбодримся. Круто. Смотрите, мне приехало в центр Москвы с окраины, и ощущение такое, что очутился на другой планете, потому что снега здесь нет вообще, а на окраине есть.